теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Сделана великолепная работа. Вот уже начали рассказывать, что она сделана в кратчайшие сроки. Я хотел бы добавить, что это не просто 10 месяцев. Это 10 месяцев работы во время, в общем-то, пандемии, и ковид явно сдерживал процесс. Ни на минуту не останавливалась работа, и сделали очень много. На строительстве участвовало полосы 200 единиц техники. Конечно, огромные слова благодарности инженерам, рабочим, всем тем, кто, не покладая рук, трудился для того, чтобы мы сегодня имели возможность действительно сказать, что наш аэропорт, наш Шереметьево, или как его называли всегда, наш шарик, стал еще более привлекательным. Он сегодня создает дополнительные возможности. В целом Шереметьево сможет по своим взлетно-посадочным возможностям обслуживать более 110 миллионов пассажиров. Спасибо всем за высокую оценку того труда, который был вложен в реконструкцию, фактически в строительство взлетно-посадочной, первой взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево.